Привет, ребят, девчат. Надеюсь, у вас все ништяк. По заявкам трудящихся, как обещал, показывай все, что на работе делаешь. Нет проблем. Иногда я даже такое делаю. Короче, потому что я не очень доверяю, кроме советов от IT, иногда они знают очень много вещей, я вам расскажу попозже. Но вот то, что они мне посоветовали, я очень доволен. Такой коробочка для этого burner называется, да, оптический drive. До сих пор мы используем, и в следующем видео я вам обязательно покажу, как работает и что. Я не буду показывать, как собирать, я просто покажу, что есть. Единственное, что мне не понравилось, да, и видели, там на коробочке написано LG. Ну нет, LG нет, не пойдет. Мне прислали вот этот Plexter Professional. Это уже радует. Вот в такой упаковке. И все. Ну, наверное, они вынимают из коробок, где 100 штук лежит или сколько, бросают вот сюда. Слава богу, пока я никаких не видел. Ну, коробка в хорошем состоянии. Вернее, это все было в хорошем состоянии. Окей. Значит, что мне очень нравится здесь? Алюминиевый корпус и толстый. Так. USB 3, да? Классно. SATA кабели, контроллер, смотрите, как сделано, выключатель отдельный, супер, так, прорезиненные для крепления, когда закручиваешь все это дело, крепится, я так понимаю, на винтах, которые крепят ножки корпусу сюда, так, оп, питание. Ну, один был на разъемчик на этот самый питание на 110. Вот такая вещь. Сейчас соберу, покажу после сборки. Так, продолжаем. Собрал все быстро, нет проблем. Но единственное, что из-за этого вот мне не понравилась упаковочка этого Plextra драйва этого оптического. Смотрите, когда я включил, скорость распознавания и прочее моментально. Смотрите, когда я открыл вот этот вот CD-приемник, DVD, отсюда, вот с угла, выскочила вот эта вот штука. Все вроде работает. Но я еще с айтишниками посоветуюсь или сам разберу, посмотрю, что, почему, откуда это. Если будет работать без нее, мне нормально. Так, сейчас закрываем. Теперь смотрим сюда, на девайс-менеджер. Фокусируйся. Вот видите? Плакстер. Еще раз. Включаю. Включил. Слышали звук, как это быстро все подхватывает. Новое обновление. Я могу мышку делать, конечно, ураганную. Ураганного размера. Это мне нравится на Windows. Это я такой ради прикола. Так что вот эта фича сейчас полной мере работает. Цвета тоже менять очень классно. Расскажу в другом видео про работы, очень нужные в США в данный момент, и для чего я этот оптический драйв использую. Вам, ребят, успехов и всего наилучшего. До свидания. Yeah,